Расклад для тех, кто в треугольнике, возможно, да, и вы знаете, что вот есть у вас соперница, и мы посмотрим о его чувствах к ней. Подсматривать, конечно, не очень хорошо, и личные расклады я не делаю чисто на отношения между, допустим, вашим партнером и его партнершей. Неважно, кто там тайная женщина, кто в браке, это не важно. Заговор не об этом. Потому что третьих лиц без их запроса рассматривать нельзя. Ну, в общем, в раскладе можно. И каждый возьмет из общего расклада то, что нужно именно ему, то, что увидит именно, то, что карты подскажут, и Вселенная именно для него. Поэтому давайте смотреть в его чувствах к ней. Давайте сначала посмотрим, что за партнер выйдет к нам на разговор. Что за партнер выйдет на разговор. Ну вот, пожалуйста, да, по восьмерке мечей, человек в ограничениях, человек, который вообще сам вот на все закрывает глаза, сам себя вообще загнал в угол и сам же из-за этого страдает, жертва. Это вот его энергия. Чувства мужчины к вашей сопернице. Никак ничего не могут решить, определить, ведь человек стоит на одной ноге, и по двойке пентаклей он пытается устоять, но у него это не получается. Вот он знает, что нужно что-то сделать для того, чтобы вошла стабильность в их жизнь, а либо для того, чтобы как-то вложиться, но не знает, что делать. Не знает, как обрести вот эту стабильность, гармонию в душе в первую очередь. Потому что ведь очень важно душевное наполнение каждого из партнеров. Только когда люди наполнены изнутри, они могут взаимодействовать счастливо. Понимаете? Когда люди опустошены, они находятся на низких вибрациях, и они друг на друга, конечно же, скидывают негатив. У них семья. Меня смотрят все скрытые тайные девочки. У них семья, которую они оба ценят, для которых понятие семейных уз значимы. Но у мужчины есть... Они даже, знаете, вот можно сказать, созависимы, да? У мужчины есть какая-то другая страсть, возможно, это вы, может быть, какая-то другая зависимость. Но тут всего скорее не об этом. Тут всего скорее по дьяволу, конечно, в том, что, во-первых, эта семья была создана по причине зависимости какой-то, да? Может быть, беременность, может быть, обязательства какие-то, может быть... обещания, которые надо было выполнять. Да, вот есть определенного рода обстоятельства, которые людей вогнали вот в эти отношения, чувства. И вот они, да, и вот они тянут эти отношения, лямку этих отношений, чувства. Ну, что тут чувства? По десятке мечей тут разговор о том, что чувства умерли, чувства убиты. Вы знаете, тут даже они не умерли, они убиты. Они убиты взаимно. А вот какой-то вот такой вот внутренним неприятием ситуации, то, что их какие-то обстоятельства объединили. Вроде бы, может быть, когда-то было хорошо, и вот сейчас вот они вынуждены быть вместе, чувств тут вообще нет. Вот, вообще нет. Но, смотрите, по тройке пентаклей эти люди позиционируют себя как счастливая пара. Как счастливая пара, пара, которая успешно. Возможно, тут может просматриваться совместный бизнес, либо работают вместе супруги. Вот они миру подают себя, вот они зависимы от чужого мнения, понимаете? И они миру себя подают, мы такие счастливые, мы такие красивые, у нас все зашибись, а сами каждый в душе болеет, страдает. А много там страстей, по поводу чего страсти? По поводу планов. Они строят планы на будущее. У них какие-то есть общие цели. В принципе, это хорошо. Но мужчина выступает, смотрите, пажом жезлов в этих отношениях. То есть, знаете, человек, который вроде как двигатель, да, такой... Хомяк, у меня чешется. Вроде как двигатель прогресса такой, но который не желает брать... Ну, как капризный ребенок в этой семье. Не желает брать на себя ответственность за то, что происходит у них. Ну, жертва, да. Помните, вот здесь первая карта – жертва. Деньги. Деньги этих людей держат вместе совместно нажитый этот какой-то скарб, да, за долгие годы. Совместно нажитое имущество и, возможно, какие-то совместные вложения, может быть, даже куда-то вкладывались вместе. И их это вот...
У них, кстати, неплохо с финансами, и их это держит. И они на почве этого хотят найти гармонию. Они на почве этого хотят, вот по умеренности отношения такие у них прохладные, но они пытаются из этого что-то изобрести, друг за другом подсматривают, потому что каждый свое эго хочет лелеять, да, что его любят, что он может как бы приборзеть в отношениях, да. Мужчина вышел, король чаш, возможно, мы рассматриваем человека, который в водной стихии, либо просто эмоциональный, такой немножко тягомотный, потому что рыба по гороскопу просматриваться, может рак, раки часто по этой карте проходят, а может просматриваться скорпион. Да, вот скорпионы вообще очень тяжело дают, конечно, именно мужчины очень тяжело дают, отдаются в любви. Они всем не доверяют. Вообще всему миру они вообще не доверяют. Они в вечных сомнениях в себе, хотя как раз вот позиционируют себя как чересчур уверенные. Много иллюзий о совместном будущем, много мечт, которые никогда не исполнятся. Причем они не отдают себе отчета о том, что эти мечты у них не исполнятся, дано и пусть. Они вот даже, знаете, вот цели-то ставят какие-то, но не знают, как они это будут реализовать. Да, бог-то с ним, что не знают. Они живут не в моменте, они живут в будущем. То есть вот они живут и считают, что вот завтра будет все хорошо, завтра он меня полюбит, вот она считает, будет искренен, я вот пойду там, губы себе отращу, и вот он меня полюбит, да. Вот, а он тоже так же думает, а он думает вот завтра, через полгода, там, через год, там, еще когда-то, неважно когда, когда люди себя отождествляют со временем, они теряют настоящее. Они в негативе. И когда вот это все переносится на будущее, то есть, ну вот когда-нибудь тебе слюбится. Вот фишка у них в отношениях. Оба друг от друга, они не искренне в отношениях, друг от друга закрываются. У каждого свой, как говорится, каждый считает, что он хозяин, и что вот ему должны как бы с почитанием относиться, что ли, я не знаю. А то, что у другого человека своя картина мира, и то, что он тоже живой человек, что ему тоже нужно что-то давать, вот ни один из них не дает, они друг от друга закрываются, они постоянно на выборе. Они идут к каким-то целям, они позиционируют себя в социуме, что они счастливая пара, но они в душе глубоко несчастные люди. Глубоко несчастные люди. Ну вот как-то так.